что Всемирный банк дал Российской Федерации кредит на 500 миллионов долларов на закрытие и ликвидацию угольной промышленности вообще. Или там 80% угольной промышленности должно было быть закрыто. Причем все было очень тщательно рассчитано, потому что, смотрите, ребята, ваш уголь не рентабельный. Рабочие ваши ленивые, техника отсталая, транспортные коммуникации очень плохие. Короче, для российских нужно рентабельнее покупать уголь в Австралии. Все было тщательно рассчитано, все было абсолютно обосновано. 500 миллионов долларов выделено и, на великое счастье нашей страны, украдено. Просто вот испарились. Я думаю, что люди, которые украли эти деньги, были истинными патриотами России. Они таким способом спасли нашу угольную промышленность от полной гибели. Потому что, естественно, процесс был прекращен, поскольку денег нет. Лившиц, министр финансов, пытался найти, куда делись деньги, но при том, что не может найти эти деньги. Они как-то растворились. И тут коллапс, рубль упал. Рубль упал, и вдруг эти же самые шахты, которые были катастрофически нерентабельными при расчете 6 рублей за доллар, вдруг стали чудовищно рентабельными при расчете 12 рублей за доллар. Все понятно.